Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы поиграем в симулятор помидора. Так, вот он такой вот замечательный. Хотя, я не знаю, на самом деле, похож он на яблоко еще в какой-то степени. Но почему-то у меня ассоциация именно с помидором. Ну ладно. Игрушка напоминает очень сильно этот, как там называется-то, игру классическую аркаду уже, которую все любят, балун, или как-то так, баланс, да, баланс. Хотя с другой стороны вроде похоже на кусок пластилина, тоже вполне. Тихо. Ладно, давайте начнем отсюда сразу. В общем, нам нужно собрать кристаллики этим помидором. Блин. Ладно. Не, прикольная игрушка такая, на позитиве. Тихо. Вот, ништячок. Веселая вещь, на самом деле. Ага. Окей, то есть у нас теперь задача усложнилась. Нужно запрыгнуть на вот эту штуку. О! Тихо! Блин, пала. Ладно, па-па-па-па-па. Попробуем. Ай, блин. Недостаточно разогнались. Вот, все правильно. О, другое дело. Не, игрушка такая позитивная, но немножко такая сложная, да. Но, как говорится, сложная в меру. Кстати, а на геймпаде тут управлять можно? Да. Ну-ка. Давайте попробуем. Аккуратно. Замечательно вообще. Опа, а как тут кристаллич? А, все, понял. Вообще ништяковая штука, на самом деле, меня радует. По крайней мере, расслабляешься относительно, когда в нее играешь. Не нужно думать над сюжетом, что и как. Какие-то уровни безвкусные пошли. Очень простые. А, эх, где? Дрянь. Ладно. Еще раз попробуем. Пам-пам-пам-пам. Осторожно. Ладно. Ладно, ладно. Я сейчас все равно, я все сделаю. Абсолютно все сделаю, да? Угу. Пам-пам-пам. Тихо. Ладно. Попробуем сразу. На разгоне. Наверное, это самая правильная тактика. Что? А, понятно. Вот оно как, значит, да? А камеру здесь никак не повернешь, да? А, понятно, тут надо по этой штуке объехать, короче. Тихо. Опасно. Твою мать. Что ж ты будешь делать-то? Опа. Как так ты? Как же, блин, нормально-то все было. Без этих гадостей. Без этих красных какашек. Тихо. Вот, вот тут надо аккуратно. Вот, да, разогнались аккуратно. Очень. Ай, ты красный колобок. Блин, чё, ладно, на геймпаде еще удобно. Более-менее. А я представляю себе насилие на клавиатуре какое. На таком уровне. То есть надо заранее прыгнуть, да, получается, чтобы не вмазаться.
Что, точнее, чтобы мимо не пролететь. Во. Опа. Так. Подожди. А что здесь надо сделать? Офигеть. Слушай, прикольно. Тихо. Ладно. Блин, какая же игрушка прикольная. Не ожидал, что она так может затягивать. Оба. Вроде простая, вроде как бы ничего оригинального абсолютно. Но затягивает. Однако ж. Все будет. Однозначно все будет. Опа. Нормально. Вот эта береза, блин, меня вымораживает. Она как раз прям. Что ж ты будешь делать, да? Ладно. Ну, по крайней мере, тут пока мы все знаем относительно. Да как ты это сделать-то надо, блин? Я не понимаю. Это, наверное, может на наискосок разогнаться. Но как это делается, немножко непонятно. Ой, помидор такой. Что не так здесь? Объясните мне, что здесь не так? Как здесь надо это осуществить вообще? Чтобы понятно было. А то, блин, не разберешь без 100 грамм-то. Аккуратно. Ой, иди! Блин, разогнался, называется. Надо было немножко аккуратнее со всем этим быть. Ну ладно. Это так все мелочь, по мелочи на самом деле, да? О, супер. Опа, тихо. Ну, как я понял, тут лучше не торопиться совсем. Все опасно. Очень даже. Ну, это легкий уровень относительно. Такой слегка напряженный был, но легкий, в общем, от целом. Нормально. Так, на салазке встал. Хорошо. Ух ты, что там такое? Ап. Эй! Слышь! Нихера, куда пошел? А верхний уже никак не возьмешь, что ли? Тут немного все неоднозначно. Прыгать надо было. Тихо, тихо! Твою мать. Я не знаю, как его взять там. Прыгать-то он не хочет здесь. Я жму кнопочку прыжка, ничего не делает. Наверное, потому что он зажат между вот этими... Как я их уже назвал, рельсами. Опа! А что, как же здесь надо быть тогда? Наскоком, что ли, нужно? Ну! Во! Какой-то уровень такой запутанный, нехороший. Сразу не поймешь, в чем суть. Я такие уровни не люблю. Опа. А, вот оно что. Тут просто надо было с другой стороны подкатывать. А
А чё, круто. Все понятно. Тут такой домино получается. Вот, все правильно. Осторожно. Ух ты. Какая уютненькая комнатка. И у нас уже помидор такой светленький стал. Ладно. Я только за, на самом деле. Ну-ка. Он какой-нибудь довольный. Так. Ну здесь, как я понял, легко очень все это сделать. Сейчас мостики просто поставить. Ну, эй. Вот. Все делаешь правильно. Хороший, хороший помидор. Ну, теперь по аналогии тоже вот эти вот красненькие херовинки появляются. Усложнять немного игровой процесс, так называемый. Стоп. А, вот оно что. Тихо. Все, нормально. Так, ну, надо теперь все сделать аккуратно. Оп. Все, правильно нам. Опа. Так, это качели. Это так называемые качели. И, не знаю, походу не совсем то, что надо было сделать. Эй, ты че? Да блин, говно. Ладно. Тихо. Все, правильно все проложили. Маршрут. А, это красота. А здесь? Ага, вон оно как. Я не знаю, что это за красные такие шары. Ну, эй. А вот теперь нормально. Понятно. Совсем не то получилось, что надо было сделать. Эй! Осторожно. Блин, я так рожа при этом все. Это самый упоротый помидор. Однозначно. Осторожно. Я эту игру уже обожаю. Она прикольная. Игра, она такая оптимистичная очень. Это сложно очень протолкнуть туда вот этот шарик. Ауч! Тихо! Ну чё, ну сколько можно-то, а? Ай, иди! Да что ж ты! Ты! У меня слов нету просто. У меня одни мысли. Да ты куда? Ну, кыш отсюда. Вообще пипец. Намудрили что-то тут вообще капитально. Да куда ты, блин, тварь? Твою мать. Ладно. Так, пробуем снова. Пум. Хорошо. Хорошо. Да? Ну, ладно, хотя палочка нормально встала.
Ой, вы поняли, да, чем я? Давай! Или стоп. Или их надо всех подогнать, эти все шарики одновременно. Не, мне кажется, нужно с разгона сразу долбануть по ним. Как-то так получается, да? Да ты, палка, блин! Иди, твою мать! Ты куда ты полетел, эта тварь? Ладно, аккуратно. Аккуратно. Вот, ништяк. Ништяк. Опа. Попробуем сейчас на этот раз с разгона долбануть по этим шарикам. Ох ты ж, блин. Чуть у нас помидор не улетел. Это было бы очень обидно. Да что ж ты будешь делать-то, блин? Да, замечательно, вовремя он вылетел, просто. Просто красота. Красота, блин. Так, давай. А давай. О, нормально. Нормально, да? Да, нормально. Значит, сейчас более-менее уже понятно, что делать надо. Значит, надо быстро на ту платформу шпарить. Сначала подтолкнуть шарик этот. Так, аккуратно. Держимся. Ну что он там собирается-то ехать, не? Во! Как дрянь. Давай сейчас еще один там приедет. Ну, давай. Ты же хороший этот шарик, да? Ну и где он? Че это он не торопится? Что-то какой-то уровень неадекватный. Вообще ни разу. Ладно, давайте снова попробуем. Эй! Нихера. Мне просто, понимаете, просто интересно, как это все здесь функционирует, блин. Вот я потому что не понимаю смысл. Кто это придумал? Скажите мне, кто? Сюда. Вот тут здесь ждем. Вот так вот. Аккуратно. Филигранно, чтобы все получилось. Во, пихи, падла! Ладно, я еще раз попробую. Ну-ка. О, еще раз. Давай. Блин, офигительно, он так долго катится, что пипец. Это совсем не круто. Признаться честно, да? Ну-ка. Оп. Осторожно. Все. Вот так вот держим теперь этот помидор здесь. Иди чуть-чуть, твою, блин, стерва. Давай, может быть, еще один шарик подъедет. Нормально будет. Где ты?
Он там вообще собирается ехать-то, не? Блин, понятно, да? Так, снова попробуем. Просто тут уже сама концепция. Зачем вот так вот надо было с такой физикой такую задачку делать? Можете мне сказать? Я просто не понимаю. Просто не в курсе. Зачем? Для чего? Поосторожно. Оп. Ну. Что ж ты будешь во? Эй, ты куда, блин, засмотрелся на эти шарики? Ну-ка. Оп. Ох, вот намудрили-то, а? Вот намудрили-то, ё-моё. Ну-ка. Здесь надо просто больше разгон взять. Тихо. Вот так, вот отсюда, наверное. По-моему, они вообще не собираются ехать никуда. Вообще, да? Понятненько. Ладно, что ж, давайте, друзья, мы на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.